В Самаре появился новый борцовский зал. 9 тренировочных ковров, удобные раздевалки. В спорткомплексе «Старый Загора», в спортклубе ЦСКА тренируются мастера международного класса. Теперь достигать их уровня самарские юные борцы будут в идеальных условиях. Мы создаем здоровое поколение в нашей школе олимпийского резерва. Не просто защитников родины, просто хороших людей. На торжественном открытии спортзала самарские греко-римские борцы провели показательные поединки для руководства спортклуба ЦСКА, Федерации спортивной борьбы Самарской области и спонсоров. На ковер выходили призеры чемпионатов и первенств России, Европы и мира. Сегодня при поддержке Дмитрия Ильича Азарова, таких вот организаций, как ЦСКА ВВС, мы имеем возможность полноценно проводить тренировочные процессы, тренировочные сборы. Что дает результаты, дает плоды. Ребят, которые сегодня гордость нашего российского спорта. Так было, так есть и так будет. Открытие зала борьбы приурочено к юбилею спортивного клуба ЦСКА. В этом году ему исполняется 100 лет. Виктория Шара, Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.